художники вот, на самом деле тяжелую атлетику сильно любят? Безумно. Любой художник. За вот красоту, да, движений, за красоту, за какую? За, что? За три вещи. За силу, это очень важно. За сценическое выступление. Дело в том, что штангист – это театр одного актера. Да. Это поэтичный подход. Ведь смотри, как он спокойно подходит. Это целая поэма. Это борьба между весом и штангой. Психология. Штанга ждет, как женщина. Покоришь, я отдам тебе. Нет, ты отойдешь от меня. Идет борьба. Поэтому штангист долго себя готовит. Это очень сильно. А это со стороны красиво звучит. Красивое движение. Правильное движение. Не коряво, а четкое выполнение тяги. Подъем на грудь, толчок. Все. Это привлекает. Это она взята из цирка. Это красота. И потом мощь этого атлета. И когда он выходит со сцены, ты как будто сам участвуешь. Танго привлекает и слушателя, и зрителя к участию. Всем посмотрите на лица. Красивые лица сидят, болельщики. И все понимают. Никто не мешает этому атлету. Потому что танго – это тихая борьба. Это не уличный шум, как в других видах. Это тихая психологическая борьба. Из-за этого художника. А художник любит молча в тишине творить. Они чем-то похожи друг на друга. Это очень, это такие слова ты сказал, аж комок подошел, да? Это так приятно. Я когда учу ребят, я всегда говорю, когда подходишь к штангу, забудь, вокруг тебя никого нет. Ты делай танец, делай красивый свой танец, свой. Ни за кем не повторяй. Просто танцуй и все. Подойди к ней и сделай красиво. Спасибо, Боря. Очень. Вот этими словами ты все сказал о штанге и штангисте. Это, конечно. Какие красивые здоровые люди. Это целая эпоха. Я собираю, дополняю, я живу и сам становлюсь вроде здоровее. Вот даже смотря на них. Думаю, надо же, какие люди.